Задержанный житель СНГ занимался международной поставкой крупных партий запрещенных препаратов на территорию Смоленщины. В присутствии понятых при нем было обнаружено подозрительное вещество. Зачем сюда приехали? Это мне отдали, я не знаю. Что отдали вам? Я не знаю, что такое это. Это первый раз. Вы знаете, что это запрещенное вещество? Нет. Молодого человека 1998 года рождения задержали на одной из улиц Сафонова в момент осуществления закладки. Таким способом он намеревался распространить по области 90 граммов героина, около 100 предварительно расфасованных разовых доз. Часть вещества уже была размещена в тайниках на территории города. Места тайников обнаружены, а наркотик изъят. В отношении подозреваемого следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Сафоновский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция по данной статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.